Управление образования города Якутска взялось за формирование резерва управленческих кадров образовательных учреждений. Лучшие педагоги столичных школ в эти дни боролись за звание лучшего в деловой игре 7 проектов будущего, чтобы попасть в кадровый резерв. Кто они, будущие управленцы, расскажет Дмитрий Тымыров. Мы предлагаем создание школы интернациональной дружбы. Приложение, которое определяет будущую профессию школьника. Эти и другие проекты молодые специалисты представили на суд жюри новой деловой игры 7 проектов будущего, который в эти дни прошел на базе нового здания 18-й школы. Деловая игра 7 проектов будущего направлена на выявление лучших педагогов столичных школ. В игре приняли участие 46 молодых специалистов. Это учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования. В течение 3 дней для участников были проведены тренинги, мастер-классы и круглые столы. Также ребята успели разработать проекты и защитить их. Некоторые из них уже будут реализованы в ближайшем будущем. Все проекты, которые были сегодня озвучены, очень интересные. И по возможности мы постараемся все их реализовать в ближайшем будущем. Инновации в образовании. Под таким лозунгом все команды представили свои проекты будущего. А после в форме игры по станциям общались с экспертами игры. Здесь педагогам предстояла задача блистать умом на знание образовательных программ, стандартов и о новых подходах в образовании. Ведь главное условие конкурентоспособности молодых кадров – это быть современным. Я считаю, что педагог в новое время должен обладать такими качествами, как коммуникабельность, мобильность, креативность, инициатива, нахождение общего языка с детьми и, конечно же, шагать в ногу со временем. Игра завершилась торжественным вручением сертификатов участника деловой игры и концертом. Эксперты, члены жюри по итогам деловой игры 7 проектов будущего для себя определили и выявили сильных среди лучших. И действительно, мы нуждаемся в квалифицированных молодых энергичных кадрах, которые сегодня мы их увидели. Есть у нас хорошие, есть прекрасные педагоги, с которыми мы будем дальше работать. Ну а имена победителей, кто же вошел в кадровый резерв управления образования города Якутска, назовут 4 апреля на форуме педагогических работников «Профстандарт». Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, НВК СХ, Якутск.